Все чаще водители стали парковаться, не соблюдая норм и правил. А с наступлением курортного сезона таких нарушителей в Анапе становится больше. Сотрудники транспортного управления совместно с сотрудниками ГИБДД обеспечивают в Анапе беспрепятственный проезд автомобилей. Дополнительно привлечены к работе 3 новых эвакуатора. Они используют метод частичной погрузки. Это особый вид дорожной спецтехники, выполняющий эвакуацию транспортных средств путем поднятия и закрепления их передней или задней оси на раме. Данный метод сокращает время погрузки автомобиля нарушителя примерно до 5 минут. Не только в городе, поселок Витязева сейчас отрабатывается у нас. То есть все курортные места, где востребована, так сказать, данная услуга. Потому что вот если вы посмотрите, вот платная парковка альтернативная, ну, как видите, народ не пользуется на спросом у людей наших. В процессе эвакуации на нарушителя составляют протокол о задержании транспортного средства и оформляют даже в отсутствии водителя с участием двух понятых. Эвакуированные автомобили вывозят на специализированную стоянку. Информацию о задержанных машинах можно узнать по телефону 3-30-19, а также на официальном сайте администрации города. Первый час хранения машины на штрафстоянке бесплатный. Затем действует тариф 25 рублей в час. А за перемещение транспорта на штрафстоянку предусмотрен тариф 2225 рублей.